Красноуфимске горел пансионат для престарелых. Пожар начался в столовой, которая находится в этом же здании. У него вспыхнула крыша. Спасатели эвакуировали почти 40 человек, причем 12 из них пришлось выносить на руках. Это лежачие больные. В ЧП пострадал только дом. Огонь повредил 200 квадратных метров площади. Постояльцев пансионата временно разместили в местной церкви. Многих скоро заберут родственники и соцработники. Зоопарк на дому. Судебные приставы под видом сантехников проникли в квартиру, где хозяйка держала 15 собак и 10 кошек. Она получила жилье по договору социального найма, но превратила его в передержку. Владельцев на порог не пускала, так что им пришлось обращаться в суд. Попасть внутрь исполнителям удалось только хитростью. Они представились коммунальщиками. Как теперь поступят с горожанкой и питомцами, неизвестно. Жалоб от соседей не поступало. В Екатеринбурге грузовик сбил женщину и ребенка. Водитель сдавал назад во дворе и наехал на маму с младенцем. Пострадавшую увезли в больницу, у нее перелом позвоночника, а у 10-месячного малыша черепно-мозговая травма. Установлено, что машиной управлял 22-летний мужчина с водительским стажем 4 года. С его слов, он долго не мог выехать с закрытой территории и начал движение, увидев охранника.